Всех любителей вкусно поесть и приготовить изумительное блюдо мы приглашаем в нашу рубрику «Будет вкусно, где вас уже ждет» с утра пораньше супер-мега-замечательный повар Сергей. Здрасте! Доброе утро, Елизавета! Доброе! Забыли похлопать. Доброе утро, уважаемые телезрители! С вами мы сегодня приготовим фаршированные кабачки овощами и мясом. Мы давайте, начинаем. С чего? Приготовление. Быстрее, давайте уже нам начинать. Нам нужно в первую очередь нарезать все овощи. Овощи у нас это помидор, болгарский перец, морковь, лучок, немного сыра, чесночок, майонез. А это что у нас мясо? Свинина? Это свинина у нас. Свинина. Кабачки, соевый соус, соль, перец и зелень. Парам-пам-пам-пам-пам. Начнем с нарезки овощей. Я нарезаю лучок. Морковку, вы можете почистить перец и нарезать перец. Хорошо. Так, у нас остался последний ингредиент для нашей зажарки. Да, помидоры и чеснок. Закидывайте мы помидорчики. Забрасываем, да, помидорчики. И расскажите, сколько это зажарка, да, можно это так назвать, да, будет томиться в сковороде? Ну, у нас будет томиться минут 7-8. Пока наши овощи тушатся, мы нарежем наши кабачки. Мы берем маленькую ложечку чайную и удаляем сердцевину, но так, чтобы у нас осталось дно. То есть мы не до конца прорезаем, оставляем кусочек дна. У нас получились уже такие своеобразные рюмочки из кабачков. Да. Для нашей начинки. Мы теперь берем немножко майонеза. Так. Смешиваем его с соевым соусом, сюда же добавим немножко перца и каждый кабачок мы отдельно немножечко подсолим внутри. Соевый соус с майонезом и с перцем мы смешиваем и каждый бочонок мы немножечко смазываем вокруг и дно этим соусом. И начинаем заполнять наши кабачки. Заполнять наши кабачки. Мы отправляем в разогретый жарочный шкаф до 180 градусов на 20-25 минут. Наши кабачки успешно запеклись. Сергей, ну что вы там копошитесь, капуша? Капуша, наши капуши запеклись, кабачки. Мы можем их выложить на тарелочку, украсить и подать к столу, к завтраку. Да, маленький еще совет телезрителям. Можно горячее блюдо сверху после окончания, после того, как они запеклись, еще чуть-чуть присыпать сыром. И все, наше блюдо готово, Елизавета. Спасибо вам огромное, Сергей, за этот рецепт. Я надеюсь, телезрители воспользуются этой вкусной идеей и обязательно приготовят это очень впечатляющее блюдо, я вам хочу сказать. На вкус оно очень даже вкусное. Вообще, желаю, советую вам всем попробовать такой рецепт фаршированных кабачков. Вам пойдут по душе и вашим близким. Не бойтесь экспериментировать, пробуйте, готовьте с удовольствием и с душой. Всего доброго и самого хорошего. До свидания.